Друзья, мир всем. Полторы недели назад я поехал в Москву и на Русский Север. Перед этим я сломал камеру, но буквально на следующие сутки, благодаря вам, я купил новую. Чек сохраняете, гарантия по чеку. Спасибо, до свидания. Посмотрите на это счастливое лицо. В этот же день я лечу в Москву, где меня встречает Дионисий на крутейшем, раритетном мопеде. В Москве я провожу время преимущественно в метро, встречаюсь с Серафимом Сашливым. Мир всем. Беру у него интервью. Серафим показывает мне храм потрясающей красоты, который из-за псевдоготического стиля ошибочно считают замком. И неожиданно для меня Серафим и Софико делают мне подарок. О! Ура! За что им огромное спасибо. Мне очень приятно. И я очень рад, что встретил в своей жизни таких замечательных людей. Влог и интервью с Серафимом будет готово по приезду домой где-то в середине августа или в конце августа. Если вы по какому-то недоразумению еще не знаете, что такое канал Серафим и кто такой Серафим, обязательно подписывайтесь на его канал, смотрите его видео. Это вообще что-то беспрецедентное в православной церкви. Ссылка будет в описании. На следующий день я сажусь в поезд, в котором присоединяюсь к волонтерам фолкэмпа и еду в Архангельскую область, в деревню Большой Бор. И я даже не хочу произнести такие фразы, мол, здесь красиво, потрясно. Думаю, что в данном случае лучше вообще ничего не говорить. За всю свою жизнь я был один раз на Японском море. Мне тогда было лет 8. И вот сейчас, в свои 31, я приехал на Белое море. Прекрасно. Но в такие минуты не хватает семьи, Тани, детей. Я думаю, им было бы здесь весело. Все же надо сказать, что я здесь делаю и что здесь происходит. Мои друзья из творческого объединения «Под облаками» делают совершенно уникальный проект, называется «Фолкэмп». Суть этого мероприятия в том, что молодые люди знакомят молодых людей с традиционной культурой в настоящей древней деревне Русского Севера. Из всех вот старинных деревень, которые сохранили свой уклад и свою культуру, это, наверное, самый топ. То есть, наверное, нету в России такой деревни, которая настолько архаична и настолько хорошо сохранилась. А на фолкэмп я приехал для того, чтобы сделать блог этого мероприятия. Меня попросили сделать, и ребятам нравится мой блог, мне нравится их мероприятие. И я думаю, что будет интересно, если вы хотите посмотреть эти подробности, посмотреть то, как мы проводим это мероприятие, и то, как я делаю блог для фолкэмпа, то по ссылке в описании заходите. Я думаю, будет интересно и познавательно. Спасибо, что вы были со мной. Всех обнимаю и всем добра.